резать нечего. Вот такая вышка. Туда залазит человек, садится. Кобылки, они какие-то тут трухлявые. В траве довольно-таки много их. Да, снизу все трухлявые. Подкормочная площадка номер 13. КВ-61, В-42, Колчанское лесничество. И прямо на подкормочной площадке ведется охота. Какой-то из бочки сделали какое-то помещение. Тут зверя подкармливают. Шлак какой-то был, завалили. Давайте посмотрим. Заказник местного значения Унухольское. Объявлен 16.10.2006 года решением. Общая площадь 294 гектара. Так, надо потиху к дому идти. Фу, сейчас клопа с шеи снял. Вонючего. К дому, говорю, к машине. Надо бы еще куда идти. Вот я тут немножко увлекся. Я тут особо не следил за тем, куда я иду. Нет, я грузди не беру. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Раньше в этом лесу очень хорошо ориентировался. Кстати, вот маховики, походу, крепенькие. Очень хорошо ориентировался, но, как видите, все повыпиливали. Новых дорог каких-то наделали. Теперь мне тут ничего не знакомо. Кстати, только ножка червивая оказалась. Чуть-чуть сюда пойду и вправо. Вот здесь уже места неплохие. Как раз таки там для бабок. Для... Видите, все гнилое. Ужас. Для подосиновиков, для боровички белые, такие места любят. Там бабка растет справа, сейчас к ней схожу. Она уже гнилая, одна и вторая, третья, трогать даже не буду. Все червивое. Какие бы грибы ни были, все червивое. А вон там что такое? Бафло растет.
кобылка. А вот слева, сразу к кобылке подойдем. Слева, а что слева? Слева тоже, наверное, кобылки. Сейчас, может, немножко кобылок порежу по-быстрому. Да побегу. Это точно звезды. Не, маховик большой. Плотный, но червивый. О, здесь сыро, болотисто. Сейчас к пакету вернусь. Только быстро по этим пробегусь. Скользко, блин. Мхи какие-то красные. Да, болото. Червивые. Червивые. Ой, блин. Лисички ложные, маховики гнилые, бабки гнилые. Собирать-то нечего. Так, надо брать левее. Уже съедено. Два 45. Сейчас мы пойдем вот сюда и выйдем позади машины. Проверю. Все червивое. По-хорошему, надо дальше вниз пойти в болото. Можно было бы лося встретить. И если повезет, грибов собрать. Но время поджимает. Так. А еще сапоги не мои, маленькие, жмут. Вот эту бабку мы проверим. Водянистая, ну ладно. Это уже гнилая. Или не гнилая. Не, нормально. Так, там все.
то по дороге пойду. Здесь может хоть что-то вылезет. Собрать туда удастся. Потом вдоль дороги вернусь. Насколько я знаю, это осенние грибы. Наверное, зеленки. Но я тоже в них вообще не понимаю ничего. Ой, надо показать. Вдоль дороги их тут довольно много. Я не знаю, что за оно, если честно. Я лишь предполагаю. Желтый мухомор. Зашло. Это ничего. Так. Там был справа еще маховик, но я не пойду. Вот. Хорошо, быстро привыкаешь. Когда раньше тут за час там от багажника до целого буса собиралось сугубо боровиков и подосиновиков крепких, красивых, да, никому не были нужны эти все грибы остальные. На них особо никто внимания не обращал. Но я еще муслята собирал. Там под березовики в редком случае. А сейчас как грибов нету, как лес испоганили, так уже и внимание обращаешь. Так, если я не ошибаюсь, то мне туда. Просто только куда пойти лучше будет. Фазан, походу, полетел. Не, лучше это давай. Ну, рад, что еще животные остались. Кабаны, лоси. А 10 там назад точно волки были, как сейчас не знаю. Медведи раньше были. Теперь уже навряд ли. Так, лес уже испоганили, что навряд ли что-то есть такое. Раньше такая глухомань была, что ого. Вот, кстати, обратите внимание, чей след. Не знаю, на камеру попадает, не снимает. Не попадает. Скажу сразу, что это не конский. О, давайте проверим, хотя она такая водянистая. Да не, вроде целая, просто водянистая. Не знаю.
машина уже близко. Мне не звонят, можно клюкву поесть. Вообще я не припомню такого когда-либо, чтобы октябрь месяц стоял еще и черника, и голубика. Ну, клюква возможно, не знаю. След кабана. Не знаю, видно или нет. Вот. А может не кабана? Может косуля? Ну не важно. Не принципиально. Говорится. Машина виднеется. Ой. Кого-то сбил, нагибаясь. Датчика какого-то. Короче, я неудачник сегодняшнего дня. Грибов не набрал. Палец прищемил. Зато клюкву поел. Может, маховики нормальные кажутся. А то я уже что-то мимо прохожу. Да все, оно червивое. Фу. Леница Геннадзе даже к ним. Наверное, грибы, которые снизу лежат, уже сделал лепешкой. Каждый раз ставя на пол. Мои где-то бегают. О, божу коровку чуть не съел. Боже, коровка, вали. Клюква, правда, подбродившая.
Ну, на суп есть и хватит.